Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что смотрите наш канал «Прошу к столу». Сегодня мы с вами будем готовить очень простой и вкусный салат с макаронами и соленой рыбой. Для этого нам понадобится красная рыба, макароны, яйца, майонез, огурец, оливки, черный перец и укроп. Для начала мы отварим яйца и макароны. Яйца варим 5-7 минут, чтобы они были вкрутую сваренные. А макароны варим 10 минут. Я взяла вот такие маленькие макарошки, похожие на рисинки. Макарошки сварились, яйца тоже готовы. Теперь яйца порежем соломкой. Огурец мы тоже порежем соломкой. Рыбу тоже режем соломкой. Я купила уже в вакуумной упаковке готовую малосоленую рыбу. Красную рыбу вы тоже можете брать любую, какую вы любите. Теперь добавим к салату укроп. Немного черного перца. Соль я уже добавлять не буду, потому что рыба соленая. Когда мы варили макарошки, мы их тоже посолили. И майонез, он тоже с солью. Если вы хотите более соленый салат, вы, конечно, можете добавить соли. Теперь заправим все это майонезом. Друзья, вот и салат готов. Мы украсили его оливками и свежей зеленью. Советую всем попробовать такой салат, потому что он получается очень-очень вкусным. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь колокольчиком, чтобы не пропускать новых рецептов. Если вам понравились рецепты, оставляйте лайки и комментарии. Прошу к столу и приятного вам аппетита!